Здравствуйте, в эфире информационная программа «Новости 24» в студии Мадина Мустафаева и коротко о главных событиях этого дня. Эхо войны в селе Даргели нашли не разорвавшуюся авиационную бомбу, оставшуюся после боевых действий 99-го. Чтобы избежать наводнения, в Махачкале началась масштабная очистка реки Тарнаирка. Меньше суток до главного боя осени. Хабиба Нурмагомедова поддержали борцы сборной России. Авиабомба 20-летней давности найдена вблизи села Даргели Карабудахкенского района. По информации ФСБ, бомба могла остаться со времен боевых действий 99 года, когда федеральные войска и ополченцы воевали с боевиками. Опасная находка заставила провести эвакуацию населения. Снаряд было решено не транспортировать, а взорвать на месте обнаружения. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди и мэр Махачкалы Салман Дадаев обсудили ключевые вопросы сотрудничества по завершению благоустройства парка на улице Хрушилова. По словам градоначальника, проект находится на стадии разработки, сроки его завершения и сумма финансирования пока не обозначены. Муфтий поддержал инициативу приведения в порядок данной территории и выразил готовность всячески содействовать в реализации данного проекта. Встреча прошла в администрации Махачкалы, куда духовный лидер мусульман республики прибыл по специальному приглашению главы города. Мы договорились сосредоточить взаимные усилия с муфтиатой и администрацией для того, чтобы завершить и подарить горожанам красивый парк для культурного отдыха. В Кировском районе Махачкалы началась масштабная очистка реки Тарнаирка. Работы проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Из-за обильных осадков река может выйти из берегов и затопить ближайшие дома. В прошлые годы было затоплено 10 улиц и более 150 хозяйств. Проводимые работы позволят избежать повторения ситуации. Специализированная техника уже очистила порядка 2 километров канала. На наше неоднократное обращение по очистке реки Тарнаирки протяженностью 7 километров по Кировскому району УЖКХ отвечает, что не на балансе города, это не их прерогатива, все остальное. Поэтому мы хотим обратиться в УЖКХ, так как их полномочия непосредственные, чтобы они заставляли балансодержателя либо чистить это, либо самим делать эту работу. Мы городская власть, и мы должны решать эти вопросы. Экспорт дагестанской продукции в 2018 году вырос на 15% и составил 64 миллиона долларов. Эти данные были озвучены в рамках прошедшей накануне стратегической сессии по вопросам реализации нацпроектов в республике. Основой экспорта составляют продовольственные товары, вывоз которых увеличился в два раза. Кроме этого, почти в два раза вырос экспорт стекла и штукатурных материалов. Эти товары поставлялись в Болгарию, Грузию, Украину и другие страны. Всего же внешнеторговый оборот Дагестана составляет более 172 миллиона долларов. Основными странами-партнерами республики являются Азербайджан, Китай, Белоруссия, Турция и Иран. В Избербашской больнице появился флюорограф нового поколения. В городе его давно ждали. Единственный аппарат, установленный в поликлинике, устарел и не всегда выдерживал нагрузку из-за большого количества пациентов. Сейчас флюорограф установлен в диагностическом центре. Он рассчитан почти на 100 исследований в смену. Нам поступил новый аппарат Renex Flura с намного лучшей разрешаемой способностью, цифровой. Этот более современный. Цифровой, малодозовый, доза радиации намного сниженная. Аппаратом довольны. Аппарат предназначен для проведения рентгенологического обследования населения. Цель – своевременное выявление туберкулеза, онкологии и других легочных заболеваний. В больнице в Кизлюртовском районе скончался третий пострадавший в результате ДТП на железнодорожном переезде. Напомню, в селении Новочеркесь 60-летний водитель пытался проехать переезд на красный светофор, но не успел. Поезд столкнулся с автомобилем и буквально смял его в куски железа. В результате ДТП двое пассажиров иномарки скончались на месте, а водитель и еще один пассажир с различными телесными повреждениями были госпитализированы в больницу. Другим темам. В Махачкале стартовал 33-й международный литературный фестиваль «Дни белых журавлей». Поэтический праздник напрямую связан с именем Расула Гамзатова, поэтому и торжественный митинг состоялся перед памятником народного поэта на главной улице столицы. На фестиваль приехали гости со всех уголков страны, а также зарубежья. В течение 4 дней писатели, деятели искусства и просто неравнодушных поклонников творчества Гамзатова ждет обширная культурная программа. Расул Гамзатов – это такая величина, может быть, даже еще до сих пор не оцененная толком в мире. Это поэт мирового уровня.
У нас в Беларуси его очень ценят, очень его имя для каждого любителя литературы, любителя поэзии значит столько же, сколько имя русских великих классиков, белорусских великих классиков. Поэтому меня несколько раз приглашали, не получалось, а в этот раз я приехал и счастлив, что нахожусь на земле Дагестана. Также в рамках фестиваля сегодня был дан старт традиционному автопробегу «Белые журавли». В Дагестане он проводится уже 11-й год подряд. В первую очередь мы сейчас по проспекту едем дом, где музей Расула Гамзатова, где 45 лет он руководил Союз писателей Республики Дагестан. И оттуда стартуем до, где похоронен Расул Гамзатов, делают зиарат, и дальше едем Хасавюртовский район, Кизилюртовский район и останавливаемся в Казбековском районе, потому что во всех местах, где памятник белым журавлям, там люди ждут, дети, учащиеся, стадали с цветами. В последний день фестиваля участники отправятся на праздничные мероприятия в Гунип, Дербент и Фунзасский район, на родину великого поэта. И о спорте. Менее суток остается до начала главного бойцовского события этой осени. Турнир UFC в Абу-Даби возглавит поединок с участием чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Свой титул дагестанский спортсмен будет защищать в поединке против американца Дастина Порье. Помимо «Орла» в клетку войдут еще четверо выходцев из нашей республики – Ислам Ахачев, Шамиль Абдурахимов, Амари Ахмедов и Муслим Салихов. Все бойцы сегодня утром успешно прошли процедуру взвешивания и ожидают начала своих боев. Турнир UFC в Абу-Даби покажет Первый канал. Начало трансляции 7 сентября 21:00. В преддверии турнира UFC в Эмираты съезжаются болельщики со всего мира. Поддержать наших бойцов отправились 1000 дагестанцев. Огромная фанатская база будет следить за событиями у экрана. Свое обращение к участникам турнира сегодня утром записала сборная команда России по вольной борьбе. В Дубае завтра будут серьезные схватки, серьезные бои. Сборная команда и вся Россия болеет за вас. Мы вам желаем везения и успехов от имени сборной команды России по вольной борьбе. К слову, самих борцов также ожидает главный старт сезона. Чемпионат мира в Казахстане стартует через 2 недели. Защищать цвета российского триколора в Нур-Султан отправятся 6 дагестанцев. Возглавит команду Абдурашид Садулаев. Помимо капитана сборной, в заявку вошли действующий чемпион России и медалисты Европейских игр. Завур Угуев, Магомед Расул Идрисов, Гаджимурат Рашидов, Гаджинабиев и Алихан Жабраилов. Турнир вольников в Казахстане стартует 20 сентября. Это все новости к этому часу. Спасибо за внимание. С вами была Мадина Мустафаева. Всего доброго.